Раз-раз, работает. Вот, наконец, настал тот момент, которого все так долго ждали. Прямо сейчас, точно по графику, на сцене выступление звезды. Встречайте Вадима Ти! Новогодней ночи все мы с детства ждем, но впрочем, в этот сказочный звездный час волшебство зависит от нас. Так давайте в сказку поверим, просто чуду откроем двери. Если станем мы все добрей, то исполним желание скорей. Путь под Новый год, сказку вся жизнь вдруг превратится. Путь, счастье придет, наша мечта осуществится. Фейерверк, волшебство. Концерт Вадима Ти. Дошло наше письмо в Дед Мороз. Чудеса новогодней ночи, каждый с детства поверить хочет. И, конечно, под Новый год. Благодаря своим новым друзьям я набрала целых 10 тысяч подписчиков. И моя новая цель — 100 тысяч. 100 тысяч? Тогда тебе придется самой превратиться в пони. С Новым годом! Спасибо большое. Давай родителям ничего не будем говорить. Рассказать-то можно. Они нам все равно не поверят. Ну да.